Приветствую вас, мои дорогие друзья, на своем канале. Хочу предложить вам связать вместе со мной пасхального кролика. Для работы нам понадобится нить выбранного вами цвета. У меня вот такая ниточка. Я буду таким цветом вязать. Крючок я подобрала к этой толщине пряжи 2,5 сантиметра. Это толщина крючка. Еще нам понадобится для работы полубусинки. Я буду приклеивать полубусинки вместо глазиков. Нужен будет клей для того, чтобы их приклеить. И немного понадобится еще коричневой пряжи. Ну, нам такая светло-коричневая пряжа. И еще нужен будет наполнитель для игрушек. Наполнителем будут наполняться только тело кролика. Ушки и лапки наполняться не будут. Одной деталью будут вязаться тело и лапки кролика. Ну что ж, все я перечислила, что нам необходимо для работы. Ну давайте, кому интересен такой кролик, давайте вместе его свяжем. Начнем вязание с ушек кролика. Одно ушко у меня связано, и второе ушко я буду вязать вместе с вами. Так, берем нить выбранного вами цвета. Крючок у меня 2,5 сантиметра. Провязываем начальную закрепительную петлю. Затем вяжем 2 воздушные петли. И в первую провязанную воздушную петлю цепочки, это у нас кольцо амигуруми, вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3. Первый ряд провязан, в втором ряду у нас будет 2 прибавления. Провязываем первое прибавление и подхватываем рабочую нить вот следующим образом. Обычно вот так, а мы первый ряд это обязательно свяжем вот таким образом, то есть сверху подхватываем. И вяжем 2 столбика с одним накидом из одной петли основания, то есть прибавление. Далее провязываем столбик без накида в следующую петлю. Затем снова у нас прибавление. Провязываем 1, 2 и последнюю петлю предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Итак, у нас сейчас в ряду 6 столбиков без накида. Третий ряд круговой. Провязываем теперь также 2 прибавления, но чередуем их через каждые 2 столбика без накида. Так, вяжем 1, 2 и первое прибавление. Повторяем второй раз. 1, 2 и второе прибавление. Третий ряд провязан. Четвертый круговой ряд. Снова прибавление, также их 2. Но теперь каждое прибавление у нас будет провязываться через 3 столбика без накида. Вяжем четвертый круговой ряд. 1, 2
3 и первое прибавление. Повторяем второй раз. 1, 2, 3 и второе прибавление. И сейчас у нас в ряду 10 столбиков без накида. Если у вас ниточка мешает так, мне можно ее обрезать. Продолжаем вязание и вяжем пятый круговой ряд. Здесь у нас также снова прибавлений, их также 2. И теперь прибавления будут чередоваться, провязывая их через каждые 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и первое прибавление. Повторяем второй раз. 1, 2, 3, 4 и второе прибавление. Так, провязали мы пятый круговой ряд, 2 прибавления. Сейчас у нас в ряду 12 столбиков без накида. Провяжем еще один ряд с прибавлениями. Итак, шестой круговой ряд, провязываем 5 столбиков и затем прибавление. Повторим так 2 раза. Так, шестой ряд, вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и первое прибавление. И повторим еще один раз. 1, 2, 3, 4, 5 и второе прибавление. У нас провязаны 6 рядов. Сейчас у нас в круговом ряду 14 столбиков без накида. И далее вяжем самостоятельно с 7 по 13 ряды. 7 рядов всего. В каждом ряду по 14 столбиков. Значит, провязываем по кругу без прибавлений и убавлений 98 столбиков без накида. Провязываем самостоятельно. Провязали 98 столбиков без накида по кругу. И теперь сделаем вот такую форму ушка. Что для этого нужно? Для этого складываем вот так пополам. Вот оно сложено. И еще раз пополам. Вот так. И теперь пройдем. Можно иглой, можно и крючком. Пройдем вот по всем сторонам. У нас получается 1, 2, 3, 4 стороны. Пройдем соединительными петлями. То есть как бы сошьем деталь. Вот так, соединительными петельками. У меня получается их приблизительно 4. Вот такой формы получилось ушко. И теперь ниточку обрезаем, оставив длину для пришивания ушка кролика к телу.
Итак, ушки связаны, немного мы размяли наши пальчики. И давайте свяжем еще маленькие ручки. Вот смотрите, какие маленькие ручки у нашего кролика. Вот такая маленькая ручка. Ой, улетела ручка. Вот она. Берем такого же цвета нить. И также вяжем начальную закрепительную петлю. И делаем, вяжем кольцо амигуруми. Так, две воздушные петли. И в первую воздушную петлю цепочки или же вторую от крючка провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Далее второй, четвертый ряды. У нас получается 3 ряда по 5 столбиков в ряду. Провязываем по кругу 15 столбиков без накида. И напоминаю, чтобы было удобнее, вяжем, подхватывая рабочую нить. Вот так. Не, она лежит не сверху крючка, а крючок ее цепляет. Это так вяжется столбик без накида крестиком. Провязываем 1, 2, 3. При таком вязании столбика лучше заворачивается изделие. У нас четвертая петля. Маленькая деталька, но мы все равно с вами, как всегда, справляемся со всеми трудностями. 5. И еще нужно провязать 10 столбиков. Это был, значит, пятый. Теперь шестой. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый и 15-й столбик. И это у нас четвертый, заканчивается круговой ряд. И затем еще следующие две петельки свяжем вместе. Вот. Одну петельку и вторую. Берем и провязываем убавление. Петельки провязали вместе. И теперь ниточку обрезаем, оставив длину для пришивания ручки к телу кролика. Так, свяжите еще одну ручку самостоятельно. И далее будем продолжать вязание и будем его начинать с ножек.